Если это сверкающее сознание, которое называют умом, рассматривать как сущее, то оно не существует. Если рассматривать как источник, то сансары и нирваны и все разнообразие блаженства и страданий возникли из него. Если рассмотреть как объект желания, то 11 колесниц стремятся к нему. Имен же ему столько, что и не счесть. Одни зовут природу ума, ум как таковой. Тертики зовут атман, самость. Шраваки настаивают об анатмане, отсутствие я. Читаматрины называют его виджняна, сознание. Кто зовет пражной пирамиды, запредельная мудрость. Кто зовет сугата тарпха, семя сугаты. Кто зовет махамудра, великий завет. Кто зовет одинокая тигля, уникальная сфера. Кто зовет дхармадхату, дхармовое пространство. Кто зовет алая, основа всего. Кто зовет обычным сознанием. Thank you.